Обычно все только и твердят о том, чего хочет женщина, при этом вовсе забывая о том, что в мире существует не только женский пол, но еще и мужской. А если вы еще не подписались на наш канал, смело это делайте. С нами интересно. Давайте традиционно наберем под этим видео 10 тысяч лайков. Вам это не сложно, а нас это мотивирует и нам приятно. Сегодня мы расскажем вам, чего мужчины хотят от женщин. Друзья для мужчины – это святое. Друзья были рядом с твоим мужчиной гораздо раньше тебя, и как бы сильно твой парень тебя не любил, он едва ли вычеркнет из своей жизни лучшего друга, если тот не придется тебе по душе. Девушки, просто найдите компромисс и позвольте своему парню время от времени гулять с друзьями. Не переживайте, если он обратил внимание на другую. Если вы заметили, что ваша пассия бросает украдкой, а не плотоядно пожирает глазами взгляд на проходящую мимо даму, просто проигнорируйте. Это рефлекс, заложенный природой, и вы ничего не сможете с этим поделать. Парни, ну правда же? Ставьте лайк, если самопроизвольно кидаете взгляд на проходящих дам. Никогда не критикуйте его маму. Нормально, если он сам делает это, а вы сочувственно слушаете его, но никак не наоборот. Возможно, он полюбил вас именно за те качества, которые присущи его маме. В любом случае, постарайтесь понять, что это за качество, так вам будет легче выстраивать отношения с его мамой. Отказ от секса чреват неприятностями. Если вы будете на протяжении длительного периода времени страдать головной болью или придумывать другие причины, чтобы избежать супружеского долга, то за последствия мы не ручаемся. Секс – это естественный процесс, который просто необходим для организма мужчины. Тут сказать больше нечего. Он хочет, чтобы в нем нуждались. Возможно, вы независимая женщина, и ему это нравится, но в то же время ему необходимо чувствовать себя нужным. Поэтому позвольте ему самостоятельно поменять перегоревшую лампочку или забить гвоздь в стену. Это повысит самооценку мужчины. Просто расслабьтесь и предоставьте все дела парню. Разделение интересов. Неважно, фильмы, спорт или автомобили, мужчинам нравится, когда девушка проявляет к его хобби неподдельный интерес. Даже если его занятие вам, откровенно говоря, не по душе, постарайтесь получить от него удовольствие. Мужчина оценит это и будет счастлив. Короткие стрижки. Увы, но короткие стрижки предпочитают лишь единицы мужчин. Поэтому, прежде чем решиться на кардинальные перемены во внешности, узнайте, что по этому поводу думает ваш возлюбленный. А нам также интересно, что по этому поводу думают наши подписчики. Короткие волосы или длинные? Напишите в комментариях, как вам больше нравится. Поддержка. Жизнь состоит не только из побед, но и из поражений. Не обязательно давать каких-то советов или заставлять говорить его о своих чувствах. Это поможет скорее женщинам, но не мужчинам. Лучше сделайте то, что он любит больше всего, и тогда его уныние как рукой снимет. Чаще поддерживайте мужчин в его начинаниях. Не стремитесь во всем быть правой. Не стоит всегда так рьяно стоять на своем и с пеной у рта доказывать свою правоту. Мужчины тоже хотят, чтобы с их мнением считались. Не противоречьте ему только потому, что вы смотрите на некоторые вещи по-разному. Конечно, мнение у каждого должно быть своим, и оно не всегда сходится. Но ругаться из-за этого не стоит. Парни не хотят знать прошлое. Вы же не хотите, чтобы он начал ревновать вас к прошлому? Не советуем вам хвастаться перед ним подробностями интимной жизни с бывшим. Убедите партнера, что он единственный и неповторимый в вашей спальне, ну или хотя бы соврите. На этом все, друзья. Обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Также рассказывайте о нашем канале друзьям. До скорого!